Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я рад приветствовать вас на моем авторском концерте. Кто-то из вас уже знаком с моим творчеством и не раз бывал на моих концертах, слушал фортепианный цикл из 12 характеристических картин «Солнечная система» или «Портреты композиторов». Кто-то впервые сегодня познакомится с моей музыкой. В любом случае, концерт сегодня будет интересным и необычным, потому что прозвучат сразу два фортепианных цикла, каждый из которых будут играть разные пианисты. В первой части концерта вы услышите 12 концертных этюдов для фортепиано. Этот цикл пьес написан в период с 2005 по 2006 год и посвящен рождению моей дочери Виктории. Почему концертные этюды? Потому что, сочиняя их, я вышел за рамки просто отработки какого-либо приема или штриха. Как обычно бывает в этюдах, а добавил в каждый из них свой характер, особую мелодическую нить и эмоциональную наполненность. Кто не знает, что такое этюд, я прочитаю в стихах из своего нового сборника. Этюд – инструментальная такая пьеса. Любому музыканту он известен. Не получается какой-то штрих или прием, тогда идем к этюду на поклон. Как жанр живет почти уж 300 лет, и много композиторов давали ему свет. Карл Черни недочеты в исполнительстве собрал, и школу беглости для пальцев он сдал. Шопен в этюды внес большие коррективы, художественную ценность дал, добавив узнаваемые темы и мотивы. У Шумана этюды дотянулись до симфонии. У Листа изобилуют сверхсложностью с новаторством гармонии. Рахманинов этюды превратил в роскошные картины, а Дебюсси их оживил, вселил в них горы, реки и пустыни. На конкурсах звучат этюды и на разных уровнях концерта, купаясь в множестве оваций и аплодисментов. На эту сцену я приглашаю пианиста и моего друга, который уже не первый раз исполняет мои пьесы на концерте и который вносит неоценимый вклад в набор моих нот, редактирование и помощь в издании, и главное, верит в меня и в мое творчество. Это Иван Неклюдов. Встречайте, 12 концертных этюдов для фортепиано. Просто всем отключить мобильные телефоны и средства связи или поставить на вибрацию.